Руководитель региона встретился с профсоюзными активистами Якутии, где председатель Федерации Николай Дегтярев обозначил вопросы, в решении которых важна поддержка руководства республики. В первую очередь это социальное партнерство. Так, в ряде районов не реализуется закон о трехсторонних комиссиях. Поэтому члены профсоюзов предлагают решить проблему подписанием соглашений между профсоюзами и муниципальными образованиями. Профсоюзы считают необходимым проведение ежегодной индексации заработной платы всех работников бюджетной сферы. Правительство республики сегодня задерживает механизм реализации или финансирования повышения заработной платы бюджетникам с 1 октября 2017 года. Поэтому дано поручение до конца ноября все это событие решить, зарплаты окончательно довести и до конца года рассчитаться в том объеме, которую запланировали с 1 октября 2017 года.